С вами магазин «Инструмент Центр». Сегодня у нас в видеообзоре новинка, набор инструментов от компании Sigma 6003841. Это артикул товара, набор на 216 предметов. Sigma, коротко об инструменте. Sigma — это харьковская компания, выпускает инструмент, очень широко известна в Украине, поставляет инструменты в страны СНГ. Заводы по производству инструментов у них находятся в Китае. Набор на 216 предметов поставляется в пластиковом кейсе. Сверху идет упаковка из тонкого картона. По информации, которую указывает производитель, 3 рабочих квадрата в комплекте, 1 вторая, 3 восьмых, 1 четвертая дюйма. CRV, хромованадиевая сталь, это материал изготовления инструмента. Трещотки на 72 зуба, мелкий шаг, 216 предметов. Ну, сбоку комплектация, что идет в комплекте данного набора и где выпускается. Прокладка, которая ложится между двумя крышками, чтобы инструмент лучше фиксировался и не гремел во время переноски. Здесь, кстати, поролон довольно-таки толстый. И начнем мы с трещоток и воротков. Три трещотки под 3 рабочих квадрата, 3 восьмых, 1 четвертая и 1 вторая. Воротки. Воротков у нас в наборе 2, под 1 вторую и под 1 четвертую дюйма. Трещотки 72 зуба, мелкий шаг. Есть реверс, переключение влево вращения. Быстрый сброс, фиксация. Надели, нажали кнопку, быстро сняли. Трещотки, как видите, идут с изгибом. Очень похожи даже братья-близнецы на трещотки в наборах Миол. То есть набор 171 NDA. В Миоловских наборах нету 216 предметов, есть 171 NDA. Тут трещотки в наборах Миол, они одинаковы с Сигмовским. Трещотки на 72 зуба. Рукоятки комбинированные, пластик, резина. Желтый цвет — это резина идет, вставки, черный — пластик. Трещотки разборные, то есть можно обслужить внутри. Длина трещотки под 1 вторую дюйма составляет 260 мм. Трещотка под 3 восьмых дюйма, также на 72 зуба, с изгибом, реверс, разборная, быстрый сброс. Длина трещотки 200 мм. И трещотка под 1 четвертую дюйма, 160 мм, также реверс есть, комбинированной рукояткой. Воротки. Вороток под 1 вторую дюйма, длина 250 мм, Т-образный. И вороток под 1 четвертую дюйма, длина 100 мм, также Т-образный, еще называют вороток с плавающей головкой. Вороток под 1 вторую дюйма используется так же, как удлинитель, 250 мм. То есть одеваете переходник, получаем Т-образный вороток. Этот переходник вы можете использовать для перехода с 3 восьмых на 1 вторую. То есть берем трещотку 3 восьмых, вставляем переходник и одеваем, допустим, головку под 1 вторую. То есть все универсально. Так, коль удлинители начали, дальше продолжим. Удлинитель под 1 вторую, еще один есть в наборе, 125 мм. Под 3 восьмых у нас один удлинитель, 125 мм. И под 1 четвертую у нас два удлинителя в наборе, 50 и 100 мм. Это под маленькую трещотку. То есть принцип действия удлинителя, то есть, если кто-то покупает на подарок, не знает, или вот, одеваете удлинитель на трещотку, и сюда мы одеваем уже головку. Так. Так, две отверточные рукоятки. У нас одна 150 мм. Рукоятка, здесь идет ручка пластиковая полностью.
тем более называют отверточный вороток. И есть отвертка, то есть отверточный держатель с магнитом, длина 200 мм. Ручка здесь резиновая, такой резинопластик, можно сказать. Рукоятка, которая с магнитом отверточная, с магнитным держателем, вставляете биту, и бита фиксируется. Получаем полноценную отвертку. Держатель, который 150 мм, отверточный вороток, используется или с битами в наборе. Дальше я их покажу. Или можете сюда вставлять головки под 1/4 дюйма. Также есть отверстие в ручке. Сюда можно подсоединять или вороток, или трещотку. Ну и также использовать удлинитель. Удлинять. Вариантов много. Так, битодержатели. В наборе идет 3 битодержателя. 3 восьмых дюйма, 1 четвертая и 1 вторая. Соответственно, идут и биты. Начнем с бит, которые в таких вот резиновых держателях. То есть вытягиваются из набора. Используются с битодержателем под 1 четвертую дюйма. Вот он. Вставляете нужную биту, и дальше можно вставлять трещотку, или вороток, или отверточный вороток. Вот видите, профиля здесь разные, есть торксы, есть крестовые, шлицевые. Общее количество этих бит в наборе 44 штуки, которые с держателями. Так, далее, биты под 1/4 с переходником. Общее количество 30 штук. Торксы с отверстием. Торксы обычные, шестигранные, крестовые, шлицевые. Общее количество 30 штук. Также применяется или с отверточной рукояткой, я уже показывал. Или можете трещотку вставлять. И биты под 3 восьмых дюйма и под 1 вторую. Два битодержателя. Уже в них вы вставляете биты и используете с трещоткой 3 восьмых или 1 вторая, или воротком. Общее количество бит 30 штук, которые под 1 вторую и под 3 восьмых битодержателя. Карданы. Три кардана под 3 квадрата. 1 четвертая, 3 восьмых и 1 вторая. Карданы здесь креплены металлическими вставками. Есть наборы, где на винтах, на заклепках есть просто вставки. Так, теперь головки. В наборе шестигранный профиль. Головки короткие, шестигранные, головки короткие торкс и головки длинные, шестигранные. Начнем с головок коротких, шестигранных и с головок под 1 вторую дюйма. Под 1 вторую дюйма у нас 14 головок, самая маленькая на 13 идет, шестигранная под 1 вторую, самая большая 32 мм. Надпись на головках, Sigma логотип, хром ванадий, хром ванадиевая сталь, указывает производитель, 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 212 грамм. Это под 1 вторую. Под 3 восьмых дюйма у нас 10 головок. Самая маленькая 10 мм. Самая большая идет на 19. Это под 3 восьмых. И под 1 четвертую 13 головок. Самая маленькая у нас на 4 мм, самая большая здесь на 14. И головки торкс ряд. Общее количество 14 штук. С
Самая маленькая здесь E4 Torx. Самая большая E24. Весь инструмент в наборе имеет матовое защитное покрытие. Головки длинные. 18 штук. Самая маленькая у нас идет на 4 мм. Самая большая здесь у нас на 21 мм. Или не, на 22 мм. И 3 свечные головки. Почему 3? Здесь на 21 мм у нас 2 головки. То есть под 3 восьмых и под 1 вторую. То есть 2 одинаковых размера под 2 разных квадрата. И головка под 1 вторую дюйма, это на 16 мм свечная. Внутри есть резиновые вставки. Для того, чтобы свеча не выпадала во время откручивания. И еще 2 биты. Биты Torx большие. Это у нас Т60 и Т55. И набор комбинированных ключей. Ключей в наборе идет 12 штук. Самый маленький 8, потом 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Это самый большой. Полностью гладкие. Логотип Sigma, 19 мм. С обратной стороны хром ванадий, хром ванадиевая сталь. Так, с комплектацией все, как я уже говорил, материал это хром ванадиевая сталь, указывает производитель. Набор может применяться и как профессиональном, то есть на СТО. Также можете применять его для домашнего использования, для ремонта и обслуживания собственного автомобиля. Проверим, как у нас инструмент держится в верхней крышке. Вот. Все отлично. Единственное, защелкивайте до конца. Все отлично держится. Состоит кейс из двух частей. Посередине зависа идет широкая. Внутри металлический штырь. Замки здесь пластиковые в наборе. На кейсе пластиковые замки. Гарантия на инструмент Sigma. У нас один год, единственная гарантия не распространяется на биты, которые в наборе. Ну, ни один производитель не дает гарантию на биты, это расходники считаются. Теперь кейс у нас. Так, защелки. Все очень хорошо защелкивается, без проблем. Вес набора составляет 11 кг. Логотип Sigma на верхней крышке. Указывается 215 предметов. Ну, вообще по каталогу идет 216. 215 это считается кейс. Видите, 216 на самом кейсе 215 предметов. Ширина кейса 45 см. Длина 35. Вес 11 кг. Высота 10 см. Спасибо за просмотр нашего видеообзора. Подписывайтесь на канал. За подписку и за комментарии получайте хорошие скидки в нашем интернет-магазине. Спасибо за просмотр. До свидания.